Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Каждый раз мурашки, когда он так пристально на него смотрит. Девятое место. Чангук бежит прямо к своему парню, чтобы обнять именно его. Тэхён всегда остается главным приоритетом для Чангука. Всегда. Восьмое место. Совпадение или нет? И чем громче будут кричать хейтеры, тем громче будут парни. Просто Тэхён, который одел своего бойфренда от Ида в свой бренд. Их разница. Седьмое место. Я понимаю Чангука, сделал бы то же самое, что и он, если бы была возможность. Шестое место. Поведение пары. Вся нежность в одном прикосновении. Теория числа 17. У Тэхёна на лице цифра 17, значимая для Тэйкук. Тэхёну было 17, когда он присоединился к компании и встретил Чангука. 17 – это возраст, который упоминается в песне «Love Never Not» в строке «Lost Myself, 17 then you came found me». В 17 лет я запутался в себе, а затем ты появился и нашел меня. Эту песню Чангук и Тэхён пели как по отдельности на своих лайвах, так и вместе на своем совместном. Также Чангук выкладывал пост в Твиттер с ее исполнением. Так по-семейному. Пятое место. В личное время, на сцене, да даже в Белом доме, на магнитице и все. Четвертое место. Забота. То, как Чангук отвел руку назад, чтобы Тэхён мог удобно лечь у него на коленях. Они – безопасное место друг друга.
Этот простой момент в хореографии, но то, как Чангук каждый раз так бережно поднимает Тэхёна, делает из меня лужу. Третье место. Новости. Ютубер Джуджу, который служит в подразделении Тэхёна, поделился, каково это — быть солдатом. В перерывах между повседневной жизнью он демонстрирует фанатам здоровую фигуру. Чем серьезнее ситуация, тем больше вероятность того, что солдаты будут играть и вести себя весело. Мы не можем себе представить, но мы знаем, что весь мир связан с этой повседневной жизнью у наших ног, и сегодня мы наблюдаем напряжение. Я так скучаю по Чангуку. А вчера Джин приходил на Вэвос, чтобы рассказать, как он ударился головой об окно, получил укусы от комаров, пожаловался на то, что Тэхён сломал его чехол для телефона и потерял свой бальзам для губ. Тэхён и Джин в Твиттере 6 лет назад. Ужасная новость. Сегодня одна из самых трудолюбивых и добрых поклонниц Тэхёна скончалась от рака. Она была создателем страницы Kim Tae-hyun Facts, работала день и ночь, не покладая рук, несмотря на неизлечимую болезнь, чтобы музыка Тэхёна получила заслуженное признание. Сегодня она проиграла битву, и мир потерял одного из своих самых драгоценных ангелов, как и сообщество Тэхёна. Обязательно помолитесь за нее сегодня. Об этом в Твиттере написала одна из самых крупных фан-баз Тэхёна. Так больно, тут всегда была поддержка и искренняя любовь к Тэхёну. Оказывается, уже 3 месяца аккаунт ведет другой админ. Армия обнаружила автограф Намджа в одном из ресторанов Сеула. Скорее всего, Намджун посетил его во время отпуска или выходного. Из-за этого видео стало очень жарко. Медовый цвет кожи Тэхёна с молочной кожей Чангука. Где-то в Якутии. Молодцы детки зажигают под стендинг Next to You Чангука. Чангук — любимый малыш Тэхёна. Его постоянное желание его затискать и заботиться о нем, чего только стоит Тэхён позаботиться обо всем.
Еще одна загадочная фотосессия, которую мы не получили. Пока что. Надежда есть еще. Пять лет назад. Ух, какой образ. Они так счастливы вместе. Мне плохо, мне уже ничто не поможет. Джин намекнул фанатам, чем занимается в настоящий момент, опубликовав новое фото. После завершения военной службы Джин оказался весьма занятым. Он провел фан-митинг на празднование годовщины BTS, публиковал селфи и снимался в развлекательных шоу, чтобы обеспечить фанатов контентом, пока другие участники группы служат в армии. 5 июля Джин порадовал фанатов новым фото на Вевос, похоже, намекая на то, что был в студии звукозаписи. Когда фото было опубликовано, фанаты сразу же предположили, что Джин записывал новую музыку. Однако помимо новой музыки, нетизены увидели намек на возможное сотрудничество с модным брендом. Еще на мероприятии по случаю празднования годовщины BTS айдол был замечен в обуви Gucci и даже получил подарки от бренда. На новом фото Джин также запечатлен в футболке Gucci, подпитывая слухи о предстоящем сотрудничестве. Не забыли инструкцию от Чангука, как трусы складывать? Если да, то повтор придется ждать через год. Официальный клип песни Dreamers Чангука преодолел 230 миллионов просмотров в YouTube-канале FIFA. Рекламный щит с Чангуком от Amazon Music в Лондоне, станция Tottenham Court Road. Убивает взглядом, харизмой и всем, чем только может. Эти фото делают мне больно. Тэхён так тщательно выбирал вкусняшку и в первую очередь отдал ее Чангуку. Он знал, что Тэхён не поделится с ним, и ждал. Привычки и поведение парочки.
Новая сумка Тэхёна из мерчбукса почти такая же, которую Тэхён создал ранее в коричневом цвете. Только новая сумка белая и с красивой подписью Тэхёна. Он такой несерьезный, даже будучи в очень хот-аутфите. Майю Чангука теперь превысила 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Это его 12-я песня в качестве сольного исполнителя, которая достигла этого рубежа. Малыш ТНТ. Генеральный директор продовольственного бренда Вунтри упомянул BTS в недавнем интервью, сказав: «По мере того, как в США растет популярность культуры, растет и спрос на такпоки. BTS делают большой вклад в национальные интересы». Он обсуждал международный рынок и потребление корейских продуктов питания. Он заявил, что его крупнейшим международным рынком сбыта являются США, на которые приходится 35% его международных продаж. Держать нужно своего человека. Поисковые запросы Ким Тэхёна в Google за последние 7 дней достигли пика, и он самый популярный в мире на данный момент. Люди сходят с ума, посмотрите на запросы. Как выйти замуж за Ким Тэхёна, он уже замужем. Кухня Джини. Руководство по Тэхёну. Инстаграм Ким Тэхёна. Он ангел с маской дьявола. Известный корейский актер Ли Дже Хун в интервью для журнала Elle. Вопрос: несколько дней назад вы закончили фан-встречу в Сеуле и станцевали под песню Чангука. Ли Дже Хун отвечает: в прошлом году я усердно тренировался и показал себя с лучшей стороны, но я беспокоился о том, стоит ли мне танцевать в этом году или нет. Я думал, что буду разочарован, если у меня ничего не получится, поэтому я подготовился, но в этом году у меня ничего не получилось, смеется. Давай останемся вместе, хотя бы на всю жизнь.
10 дорам, аниме и фильмов, которые лично рекомендовал Тэхён. Игра «Кальмары». В 2021 году мировую арену завоевала мания игры в кальмаров. Во время выступления по Mission to Dance on Stage в Лос-Анджелесе Тэхён переоделся в охранника из игры Squid Game. Паразиты. Близкий друг Тэхёна, актер Чхвё Ушик, сыграл в фильме «Паразиты» 2019 года. Тэхён лично порекомендовал этот фильм во время прямой трансляции. Красное уведомление. В Инстаграме Тэхён поделился отрывком из фильма «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот в главных ролях. О времени. Как и многие другие музыканты, Тэхён внедряет свои любимые фильмы, книги и прочие интересы в свои песни. Одна из сцен из британской романтической комедии, драма 2013 года, послужила частичным вдохновением для создания Тэхёном песни «Winter Bear». Класс Итэвон. Песня Тэхёна «Sweet Night» является частью саундтрека к дораме «Итэвон Класс» 2020 года, в которой главную роль играет его друг, актер Пак Саджун. «Ходячий замок». Тэхён вскользь упоминал об этом аниме. В этом классическом анимационном фильме 2004 года рассказывается о шляпнице Софи, которая попала под проклятие ведьмы, превратившей ее в пожилую женщину. В своем стремлении снять проклятие Софи встречает могущественного волшебника по имени Хаул, который живет в заколдованном движущемся замке. Новеллера. В 2018 году Ви порекомендовал вебтун, который теперь превратился в дораму. Вороны ноль. Если вы любите боевики и преступников, вам понравится эта культовая японская классика. Летние войны. Еще одно аниме по рекомендации Тэхёна. Этот аниме, фильм 2009 года, рассказывает о гении математики-подростке, которого его подруга попросила сыграть роль ее фальшивого бойфренда на дне рождения бабушки. Тем временем вышедший из-под контроля и захватывает мир. «Рожденный быть синим». Наш джазовый фанат Тэхён порекомендовал этот фильм, выпущенный в 2015 году, о жизни американского джазового музыканта Чета Бейкера. Я напоминаю вам об том легендарном дне. Тэхён представляет главную страницу Нейва, раздел новостей. Наш самый красивый Чангук. Как же сильно мы скучаем по тебе, Чангук. Исполнительница песни Элла Бэй Севдализа оставила комментарий под эдитом с Чангуком и ее треком в ТикТок. Боже мой, это была бы моя мечта поработать вместе с Чангуком над Элла Бэй. Кто бы сомневался, что этот парень станет самой яркой звездой. Они одинаковые. Второе место. Это так интимно. Когда-нибудь он точно не сдержится.
Однажды Чангук сказал, что их отношения с Тэхёном не для камер. И ведь это действительно так. Но даже несмотря на это, то, что нам показывают, это самая чистая и нежная любовь. Просто пожирает взглядом. Я не могу забыть это видео. Когда у твоего парня самая идеальная талия, то желание держать ее в своих руках при любой возможности непреодолимо. Одними фотками всю идеальность талии Чангука не передать, поэтому держите видосик и завидуйте Ким Тэхёну, который может держать эту идеальную талию своими не менее идеальными руками. А потом эта рука, как всегда, сползет чуть ниже, но это уже совсем другая история. Первое место. Глаза Чангука что-то невероятное. Чангук, наверное, миллион раз порадовался, что сидит, коленки подкосились. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.